Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест до 4 апреля. За это время планируется получить заключение двух финансовых экспертиз и при необходимости провести следственные и процессуальные действия. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Ижевска может перейти в собственность республики. Для этого властям Удмуртии необходимо найти концессионера. Ранее сообщалось, что здание аэровокзала должны обновить к 2021 году. В 2017 году полицейские Удмуртии изъяли из незаконного оборота почти 90 тысяч литров алкоголя. По результатам было выявлено более 800 административных правонарушений и возбуждено 36 уголовных дел. Уроженка Удмуртии, фигуристка Алина Загитова выступит на чемпионате Европы. Ранее Загитова впервые в карьере выиграла чемпионат России. Ночь со вторника на среду в Ижевске станет самой холодной на этой неделе. Синоптики обещают до минус 14 и минус 19 градусов по Цельсию. Самым теплым станет четверг.